Тамбовский оркестр народных инструментов детской музыкальной школы номер 2 имени Миржанова показал юным ульяновцам познавательно-развлекательную программу про Федота Стрельца «Удалого молодца». Вообще, оркестр народных инструментов, по идее, в каждой музыкальной школе существует, потому что это оркестр – это предмет, который обязательный для всех детей, которые учатся играть на народных инструментах. Но таких оркестров, как наших, действительно мало. Вот, и наш оркестр – один из лучших оркестров, детских оркестров России. И благодаря этому мы вот стали обладателями гранта президента Российской Федерации, и благодаря этому гранту смогли приехать выступать здесь, в Ульяновске. Вот, у нас сейчас большой гастрольный тур, мы вчера играли в Саранске, а завтра мы уже будем в Казани, у нас там 2 концерта. С тамбовскими юными музыкантами выступил Ульяновский губернаторский оркестр русских народных инструментов. Это их первый опыт совместного выступления. Читал текст артист Тамбовского академического драматического театра, победитель международного конкурса чтецов имени Чехова Вячеслав Шолохов. Что касается меня, это прикоснуться к великому произведению Филатова. Это замечательный актер, удивительный человек и не менее талантливый автор, который смог создать такое потрясающее произведение, которое назвал «Сказка». Казалось бы, все просто. Добро побеждает зло, но какую сатиру он там заложил, юмор. И поэтому я всегда хотел, думал, ну, может быть, когда-нибудь случится мне прикоснуться к этому. Вот опять случилось. Чтение сказки сопровождалось яркой красочной музыкой Георгия Шендерева и русских композиторов. Кроме того, детский оркестр Тамбова показал свое мастерство в небольшой сольной программе, включающей виртуозные обработки русских народных песен. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.